Я, во-первых, с огромным удовольствием хочу поздравить совершенно юный все равно коллектив этого замечательного учреждения. И могу сказать, что все 20 лет своего существования этот коллектив делает огромное, большое дело, которое невозможно переоценить. Это и наши международные позиции, и наш статус международный, это и подготовка специалистов, которые разбираются в этих сложнейших вопросах, это и проблемы регулирования и учета в интернете, что чрезвычайно важно для всех, для нас. Короче говоря, это дело, которое нельзя не делать, а делаете вы это дело хорошо, поэтому спасибо вам огромное. С днем рождения, координаторы. И, конечно, это важно, чрезвычайно важно сегодня, когда мы говорим о том, что информационные технологии и глобальные сети становятся неотъемлемым элементом нашей жизни. Очень важно, чтобы каждый пользователь сетей был грамотен. А когда он грамотен, он безопасен. Когда он безопасен и грамотен, он эффективен. Для нас все это чрезвычайно важно. Поэтому, повторяю, вы делаете огромное важное дело. Спасибо. Спасибо. И последний вопрос. Пожелание сотрудникам отрасли, координационного центра и, главное, всем пользователям, которые смотрят на эту турбулентность в интернете и думают, вообще он сохранится? Сегодня важно и модно, и актуально желать всем здоровья. Поэтому это самое главное пожелание. Не теряйте темпа, отвечайте на запросы вашей огромной аудитории, и вы будете всегда востребованы. И снова здоровья. Спасибо большое.